Здравствуйте, меня зовут Василий, я живу в Украине, я художник-самоучка. Эта картина нарисована черной гелевой ручкой. И здесь я хотел передать, как человек с самого рождения проходит прям целый круговорот своей жизни. Здесь он растет, развивается, воспоминания о любви, а потом в старости все на лавочке сидя, в раздумьях, сидит и вспоминает всю свою молодость. Возможно, это даже я. Хочу пожелать всем удачи и развиваться вместе, и не болеть.